Шрила Прабхупада ки. Ом намо Бхагавате Васудевая. Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, дорогие преданные, очень рад всех вас видеть. Хоть мы живем в большом городе, и очень сложно бывает так выбраться утром, да? Вот. Но те, кто это делают, очень получают большое благо. И для нас, ну как для практикующих преданных, живущих в городе, ну, программа минимум должна быть хотя бы раз в неделю приезжать на Бхагаватам и обязательно ходить на утреннюю, на воскресную программу. Вот. Таким образом мы можем поддерживать энтузиазм в себе. Вот. Сегодня почитаем Шримад Бхагаватам, первую песню. 5 глава, текст 14. Я прочитаю санскрит. Тато ньятха кинчана ядви вакшатаха притхагдришастат критаруппанамабхих накархи читквапи ча дуксрита матир лабхетава тахатанаур иваспадам. Прочитаем пословный перевод совместно. Татаха того. Аньятха кроме. Кинчана нечто. Яд. Что бы то ни было. Вивакшатаха. Желая писать. Притхак. Отдельно. Дришаха. Видение. Таоткрита. Реакции на это. Рупа. Форма. Намабхих. Имена. Накархичит. Никогда. Квапи. Никакого. Ча. И. Дустхита матих. Беспокойный ум. Лабхета. Обретает. Ватахата. Носимое ветром. Науху. Лодка. Ива. Как? Аспадам. Месту. Так, перевод Шрилы Прабхупады. Все, что ты желаешь описать, по видимости отделенным от Господа, различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища. Все, что ты желаешь описать, по видимости отделенным от Господа, различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища. Здесь Нарада Муни, он говорит, что он обращается к Вьясадеве, глава называется «Наставление Нарады», и в этом тексте он говорит, что все, что Вьясадева писался описать по видимости отделенным от Господа, да, только возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища. То есть мы знаем, что веды, они очень обширны, и порядка 96% это знания, которые не относятся напрямую к бхакти и которые не говорит о чистом преданном служении. Поэтому почему Вьясадева, здесь в начале главы говорится, что Вьясадева, он был неудовлетворен. Он написал все эти веды и сидел неудовлетворенный. И Нарада подошел к нему и начал давать наставления. Вот мы прочитаем комментарий, может быть, частями его будем читать. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Вьясадева отредактировал все ведические произведения,
таким образом описав различные пути трансцендентного осознания. То есть Вьясадева дал разные пути трансцендентного осознания. То есть он дал пути, которыми можно прийти к Богу. Потому что не все люди сразу могут принять абсолютную истину, Верховную Личность Бога Кришну, и как бы предаться Ему, да, полностью безоговорочно. Вот. Поэтому Вьясадева описал путь кармической деятельности, спекулятивного познания, развития мистических сил и преданного служения. Помимо этого, в различных пуранах он рекомендовал поклонение многим полубогам, имеющим различные имена и формы. Вот. Ну, к нам это не особо сильно относится, поклонение полубогам. Может быть, до сознания Кришны мы и не знали, да, что вообще есть полубоги. Вот. Но говорится, что существует 33 миллиона полубогов. Вот. И особенно эта проблема поклонения полубогам, она актуальна в Индии, где очень много разных храмов, разных полубогов, разных течений, разных сект. И в действительности очень сложно вообще найти, понять абсолютную истину, какова она. И в результате, Шрила Прабхупада здесь говорит, в результате люди совершенно запутались, не зная, как сосредоточить свой ум на служении Господу. То есть реально люди запутались, потому что столько путей, столько книг, да, сейчас столько всяких программ, обучения. Ну, если вот зайти в интернет, там всякие группы ВКонтакте, да, столько всяких каких-то гуру, учителей, психологов, вот, которые рассказывают про абсолютную истину. И, ну, так если посмотреть, то можно просто запутаться. Но для искренней души, которая вот, ну, ищет Бога, ищет абсолютную истину, то Господь из сердца, Он направляет такую душу. Как я вот помню сам, в определенный момент я, ну так получилось, видимо, как бы, это может быть была милость Кришны, я после института, где-то через год, через два, я работал в похоронной отрасли. Ну так, в общем, у меня отец просто этим занимается, и как-то я вот с ним два года работал. И, ну то есть, так ты живешь и особо не видишь, что люди умирают, да? Вот. Потому что эта смерть, она скрыта. То есть вот мы ходим по улице, мы не видим мертвецов, да? Если мы там не бываем в каких-то больницах или еще где-то, то, собственно, мы не видим смерти. И нам кажется, что, ну вот люди живут вечно, да? Но когда ты работаешь в каких-то таких отраслях, которые как бы тебе об этом напоминают, то ты понимаешь, что мы как бы бренные. И умирают абсолютно все. И молодые, и старые, и внезапно, по-всякому. Вот. И вот в результате этой работы я начал задумываться, почему как бы люди... Ну, то есть в чем вообще смысл жизни, да? Ради чего мы живем? Вот. То есть, ну, то есть когда ты видишь, как там умирают, скажем, молодые, и там без особых причин, там, ну просто девушка сидела на работе, ну, здоровая, там 28 лет, и вдруг внезапно у нее остановилось сердце, и она умерла прямо на работе. И ты понимаешь вообще, в чем как бы смысл был этой жизни, да, для чего она жила, ну и вообще для чего мы живем. Вот, мы столько сил прилагаем для достижения всяких материальных вещей, да, для как бы обретения богатства, обретения какого-то положения в обществе. Вот. Мы так сильно как бы, ну, ухаживаем за своим телом. Люди тренируются, вот, входят в фитнес-залы там, каждый день по 2-3 часа. Вот. То есть они, люди буквально помешаны на теле, да? Но они, как бы, это, есть такая аналогия, тело оно сравнивается с клеткой, да? А внутри этой клетки сидит птичка. Вот эта птичка – это душа. И люди, по большей части, они эту клеткой этой занимаются, они ее чистят, там, ухаживают, вот, как-то корректируют. Но про эту птичку они забывают. Эта птичка, она зачастую как бы загибается, и поэтому люди страдают из-за того, что они не дают как бы этой птичке духовной пищи. Вот. Но если мы будем давать достаточно пищи духовной, вот этой птичке, то даже на нашем грубом теле это очень сильно отразится. То есть мы даже можем как бы выздороветь от многих болезней.
если будем духовно расти, духовно продвигаться. Потому что многие болезни, они исходят из, по большей части, они исходят от ума. Да? Шрила Прабхупада говорил, что есть три источника болезней. Это беспокойный ум, это переедание и нечистота. Вот это всего основные три причины болезни. То есть нет каких-то других. Вот. То есть мы заболеваем либо если мы переедаем, либо если у нас ум беспокойный, да, либо если мы нечистые, как бы, может, не моем руки там или еще, не соблюдаем правила гигиены. И я просто начал задумываться, почему, собственно, для чего мы живем, да, и почему, кто такой Бог, почему много религий, да. И как-то Господь начал меня вести, но, честно говоря, православная церковь, она меня, то есть, знаете, как у всех родителей, в принципе, православные, да, вот, но так особо знания никому не дают, я, честно говоря, бывал в церкви, только если кто-то умирал, вот, но в основном вот из-за этого, то есть не так часто был в церкви, вот, и знания толком никто не давал, поэтому, честно говоря, меня как-то настроение там не очень привлекало. Вот. И первые, кого я встретил, это были, по работе, в общем, были протестанты. И это было, конечно, открытие, они как-то меня пригласили, говорят, приходи к нам в церковь в воскресенье. Это было для меня шок, конечно, это пойти в церковь там, И я пошел, в общем, с ними, у меня были с ними хорошие отношения там. И так было необычно, они пели песни, прославляющие Бога. Это было так необычно, для человека, который вообще ничем не практикует, там не читает Священное Писание. И они пели песни, я так себя неловко чувствовал. Вот. Но потом мне как бы так начало нравиться. Вот, и по прошествии, в общем, там программа была такая, что вначале пели, потом была там лекция, и потом... Потом было, то есть они молились друг за друга, там, давайте вот помолимся. Или, допустим, человек рассказывал там о своих проблемах и говорил, и там все говорили, давайте помолимся там. Человек рассказывал, вот у меня у меня проблемы с жильем там, хоть бы Господь послал там квартиру там, или вот хочется достичь нового уровня в бизнесе, вот. Давайте помолимся вот за Ивана, чтобы он... чтобы его Господь благословил, новые квартиры там. Вот. И так со временем что-то мне это не очень так стало нравиться. Я перестал ходить и все равно как-то продолжал свои поиски. И потом однажды ко мне на работу пришел преданный. Там у него как бы мама оставила тело, и нужно было урну опечатать. И вот он хотел отправить в Индию, чтобы в святых местах рассеять прах. Вот. И он пришел, он так необычно выглядел, он взрослый человек, так лет 50 с чем-то было, лысый, у него была тилока, так немножко плохо видно было. Вот. И что-то он сказал, что он вегетарианец. И так что-то интересно стало, я ему эту урну опечатал, мы разговорились, но я так особо религией не заинтересовался, мне было больше интересно вегетарианство. Что это такое, то есть я так особо не встречал как бы вегетарианцев. Вот. И он мне дал сладкий шарик. Такой шарик, причем этот шарик, он лежал у него в кармане штанов. И это бурфи, он так немножко подтаяло и уже так, потеряло форму. Но я все равно взял этот шарик, и он был такой какой-то, я так думаю, мало ли там, грязными руками лепил. Что-нибудь такое. Обычные страхи такие бывают. Но я что-то съел этот шарик, и буквально щелкнуло внутри. То есть просад подействовал, и я начал ходить к этому преданному, и он меня просто кормил просадом, рассказывал, проповедовал активно. То есть я это рассказываю к тому, что
много разных путей, да, и я до этого очень искал как бы какую-то абсолютную истину, да, там разные книжки читал, ходил там на разные встречи, но везде я видел что-то, какую-то вот нечистоту, какую-то корысть. Вроде даже люди хорошим делом занимаются, но все равно корысть какая-то. И в этом мире очень как бы сложно найти такой истинный путь. И вот только по великой удаче, на самом деле, человек может прийти к преданному служению Богу. И это великая удача, на самом деле, то, что мы оказались в ИСККОН. Вот. Ну, главное понять для нас вообще, что это за организация ИСККОН, кто такой Шрила Прабхупада. Потому что, ну, если посмотреть, ну, вот, как бы, текучка у нас большая. Ну, так, если откровенно говорить. То есть, люди приходят и уходят. Даже люди приходят, получают первую инициацию и потом исчезают. Даже приходят первую, потом вторую получают и тоже исчезают. Вот. Но остаться в этом движении – это великая удача на протяжении всей жизни. Но для этого необходимо понять, кто такой Шрила Прабхупада. Потому что в основном люди, как бы, ну, скажем так, отклоняются или уходят из движения из-за двух причин. Это оскорбление преданных и незнание философии. Вот. И вот те люди, которые поймут, кто такой Шрила Прабхупада, какое место он вообще занимает, и те люди, которые вот разовьют в себе отношения с Шрилой Прабхупадой, то они никогда не покинут это движение. Потому что, ну, реально, это очень мощное движение, очень могущественное. Здесь очень большая чистота, и можно очень быстро очиститься, если следовать этому авторитетному методу. И процесс, он действительно работает, если мы следуем ему так, как это предписано. Если мы... Но необходимо также очень строгое следование. Чем более строго следует человек духовной практике, тем для него лучше. Тут говорится, в результате люди совершенно запутались, не зная, как сосредоточить свой ум на служении Господу. Им очень трудно найти истинный путь самоосознания. Шрила Нарада Дева указывает на этот недостаток ведических произведений, составленных Вьясадевой, подчеркивая необходимость описания всего в взаимосвязи с Верховным Господом и никем другим. То есть мы удачливы в том плане, что мы... ну, как бы не читали веды как таковые, да, мы не читали все эти пураны, все эти истории, а ведь это ведическая литература, ее очень-очень много, там буквально тома, огромные тома книг, вот, и, ну, так посчастливилось, что нам дали прямо вот, как бы, сливки вед, самую суть, и это знание составляет всего 4%. Фактически не существует ничего, кроме Господа. Господь проявляется в виде различных экспансий. Он корень древа, он желудок в теле. Чтобы напоить дерево водой, надо поливать его корень, а насыщая пищей желудок, мы даем энергию всему телу. Поэтому Шриле Вьясадеве не следовало составлять других пуран, кроме Бхагавату Пураны. То есть Нарада Муни говорит, что, ну, не следовало Вьясадеву, кроме Бхагавату Пураны, ничего составлять, да? Есть известное высказывание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Он говорит, что даже если все библиотеки мира сгорят, и останется только один Шримад Бхагаватам, этого будет достаточно. Или Бхагавадгита. В принципе, можно даже не читать других книг. Просто вот читать Бхагавадгиту раз за разом. Вот. И если мы поймем, что корень и источник всего является Верховный Господь Кришна, и что Он на самом деле всем управляет, да, то мы поймем, что можно не читать других книг, и что в этих книгах, в них содержится все знание. И благодаря тому, что мы их будем читать, мы будем духовно прогрессировать, совершенствоваться, и мы будем слышать голос Параматмы. Да? То есть мы можем думать, что вот я буду читать там какие-то определенные книги, чтобы получить там определенные специальные знания, но в каких-то случаях это необходимо. Но чем больше мы духовно прогрессируем, тем больше мы очищаемся, тем больше мы слышим голос Параматмы. И
Господь, Он на самом деле сердце подсказывает нам, как действовать в тех или иных решениях. И вот нужно учиться развивать себе слушание вот этого голоса параматмы. Вот. И часто очень, когда какие-то ситуации возникают, там, ну, какие-то моменты, и ты не знаешь, как поступить, и какой-то такой, ну, бывает такой позыв, ты раз слышишь какой-то голос, что, ну, вот лучше было так, да? И, допустим, ты поступил не так, а потом чувствуешь, что вот надо было так поступить, вот. И по мере, как бы, нашего очищения, чем больше мы, как бы, чем интенсивнее наша духовная практика, тем больше мы сможем слышать этот голос параматмы. И Господь, Он на самом деле ведет нас постоянно, потому что, как Шрила Прабхупада говорит, что Господь, Он в сердце, и мы можем Его слышать. Вот. Поэтому у нас всегда есть руководитель, руководство внутри нас. Поэтому Шриле Вьясадеве не следовало составлять других Пуран, кроме Бхагавату Пураны, так как даже незначительное отклонение от этого пути может привести к губительным последствиям на пути человека к самоосознанию. Если даже небольшое отклонение обладает такой разрушительной силой, что тогда говорить о намеренном распространении идей, не имеющих отношения к абсолютной истине личности Бога? То есть отклонение, да? То есть мы можем прилагать много усилий, но если вектор неправилен, да, то есть мы как бы мы сильно не работали, то есть мы не придем из точки А в точку Б. То есть мы будем идти в другом направлении. Да? То есть Шрила Прабхупада, он сравнивает, скажем, начинающего неофита Бхакту, вот, который там пока не может контролировать чувства, да, который, ну, не обладает знанием, но вектор его правилен. Он как бы стремится к Кришне. И он сравнивает продвинутого Майявади, имперсоналиста, да, который по много часов читает Священное Писание, он может повторять мантры по много часов, да? Он может контролировать чувства, соблюдать аскезы, но он говорит, что вектор его неправилен, да? Он направлен на безличный абсолют, да? И поэтому как бы в более выгодном положении находится Бхакта, который хотя может быть не так продвинулся, но вектор его правильный, поэтому очень важно иметь правильный вектор. Что касается незначительных отклонений, то можно видеть, что в современной истории много разных религиозных течений. Они, то есть сейчас существует, я слышал, порядка, ну, по всему миру порядка 2000 христианских течений. Да? То есть одних православных течений там, ну, что-то очень много, там больше 100, там по всей России. Даже в Индии есть православные. Ну, вот. И очень много как бы, вот таких. И главное понять суть этих книг и суть того, что хотел донести до нас Шрила Прабхупада. Потому что, скажем, если взять, вот есть такая, может, слышали, армия спасения, Salvation Army. Я не знаю, это из Америки пошло или откуда, но, в общем, мне кажется, это католическое течение, да? Вот. И они занимаются тем, что, ну, типа Красный Крест, и вот есть армия спасения, они помогают бедным, значит, там помогают бездомным. Вот. И фактически вся, ну, изначально вот эта армия спасения, это было христианское движение, вот, это было духовное движение, образовательное, но потом под влиянием времени это, ну, как бы отклонились, да, в результате определенной философии, которые, может быть, лидеры немножко видоизменили или не поняли. Вот. Но у нас есть надежное руководство, это вот книги Шрилы Прабхупады. И для того, чтобы нам не отклоняться как бы, от пути, очень важно понять вот, настроение Шрилы Прабхупады. Вот. И ну, вот лично меня очень вдохновляет читать дневники, да, разные, где описываются... Ну вот, как Шрила Прабхупада, он действовал в жизни, да, как он реагировал на те или иные ситуации, вот. И благодаря вот этим чтению таких дневников, там, как трансцендентный дневник, там, в чем сложность, потом, ну там, Сасварупа Махарадж, вот, Сасварупа Дас Госвами, он пишет тоже про Шрилу Прабхупаду. И вот чем больше мы будем читать вот такие книги,
про Шрилу, тем больше мы можем понять Шрилу, проникнуться его настроением. И на самом деле эти книги очень увлекательно читать, поскольку, ну, бывает так, что нам тяжело читать Священное Писание, потому что они такие, ну, канонические, то есть, ну, бывает, люди читают там Бхагавад-гиту и говорят, да одно и то же там на каждой странице. Вот. Но когда вот если мы читаем книги про Шрилу, то это настолько увлекательно, это вот как художественная литература. Ее можно прочитать, там, книгу за 2-3 дня вообще. Вот. И ты так проникаешься духом Шрилы, и так просто обретаешь сознание Шрилы. Вот. Наше сознание должно быть как бы, даже может быть не сознание Кришны, а сознание Прабхупады. Вот. И благодаря вот чтению этих книг, писем Прабхупады, да, можно понять практически вообще, как нам жить, да, чего хотел от нас Шрила Прабхупада. Если даже небольшое отклонение обладает такой разрушительной силой, что тогда говорить о намеренном распространении идей, не имеющих отношения к абсолютной истине, личности Бога? Самое плохое в поклонении полубогам то, что оно порождает откровенную пантеистические представления, которые приводят к плачевному результату, возникновению множества религиозных сект, мешающих утверждению в обществе принципов Бхагаватам, единственного произведения. Да? Здесь говорится, Бхагаватам – это единственное произведение, которое способно указать человеку верный путь к познанию себя в своих вечных отношениях с личностью Бога через преданное служение в трансцендентной любви. То есть наш путь – это понять свои вечные отношения с личностью Бога посредством преданного служения в трансцендентной любви. То есть мы должны как бы служить с любовью Господу. В этой связи уместен пример с лодкой, которую раскачивает порывистый ветер. Неустойчивый ум пантеиста не в состоянии достичь совершенства самоосознания, потому что в своих поисках цели постоянно пребывает в возбуждении. И вот там говорится также, что наша проповедь, наша природа такова, что мы не можем быть жизнерадостными, пока действительно не познаем свою сущность трансцендентного к материальному телу и уму. То есть, когда мы действительно поймем, что мы не являемся этим телом, что мы являемся чистой духовной душой, тогда мы будем постоянно жизнерадостными. То есть, почему бывает мы как бы такие, ну, бываем хмурые там, ну, как бы нет настроения, потому что мы отождествляем себя с телом и умом. Но как только мы осознаем, что мы являемся вечными душами, то тогда мы будем постоянно жизнерадостны. Да? Если посмотреть на духовно продвинутых личностей, они всегда жизнерадостные, да? Они всегда такие, ну, как бы налегке такие. Потому что они осознают себя как вечную душу. Вот. Но как это сделать? Дан как бы простой метод, да? Вообще, как поддерживать энтузиазм в себе? У кого какие? А? Как еще? Шастры, еще как? Читать о Прабхупаде. Садхана джинина. Да. То есть очень, очень хорошо вот поддерживает энтузиазм садхана. То есть даже просто вот, как вот Ачютана Прабху на... Тут у нас было собрание, и он рассказывал, что преодолеть тамагуну просто можно, если мы рано встаем. Реально, вот, если утро вот наполнить духовным, если, ну, послушать Бхагаватам, если прочитать мантру, то потом все дела, они как-то идут вообще, ну, хорошо. Но если бывает так, что мы откладываем там, ну, там вроде кажется нам, что какие-то важные дела, и мы думаем, ну, вот я сначала это сделаю, а потом мантру. Потом раз что-то днем не получается мантру повторить, там опять какие-то дела, и в итоге там ты вечером... Там тебе 12 кругов, может, или 15, и там ты уже, короче, уже тяжело там. Вот. Но если вот мы делаем, вот делать всегда приоритет на духовное, то всегда как-то удача, она будет сопутствовать нам. Вот реально, то есть преданный, когда он будет, ну, практиковать,
И просто по мере опыта своего он увидит, что реально, как бы, если я утром встал и прочитал мантру, если еще почитал книги или спел службы и обрел такое, как бы, ну, какое-то смиренное состояние такое, у тебя очищен ум, то все, потом как бы оно все как-то, даже если там какие-то проблемы днем, то тебя это, ну, не выводит из равновесия, ты можешь преодолеть все это. Но когда ты там не повторил мантру, да, утром и не читал, то есть когда духовная практика слаба, то реально там все как бы тебя выводит из равновесия, ты нервный, там все валится из рук, и можно таких ошибок вообще наделать. Поэтому нужно понять для нас, что самое важное – это наша духовная практика личная. Конечно, это не должно быть в ущерб каким-то обязанностям, да, которые мы выполняем по отношению к своим родственникам, ну, на работе, да, то есть это ненормально, если мы, ну, из-за того, что мы читаем джапу, мы там опаздываем на работу, да, это не является оправданием, то есть преданный он должен, как бы, ну, то есть это не очень хорошее впечатление складывается, что человек, я вот мантру повторял, ну, то есть это могу на самом деле, то есть, вот. Сегодня еще необычный день, и вот я хотел прочитать. Сегодня два события. Это день явления Наротам и Дастакура и Мадхуродсава Шри Кришны. Тут интересно, можно почитать. Немножко это займет время, но послушать это очень интересно. Я вчера прочитал, мне очень понравилось. Праздник сладостей. Это Шри Говинда Лиламрита, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Ну, обычно тут сейчас будут, может, такие немножко сокровенные вещи. Вот. Ну, то есть тут нет никаких запредельных вещей. Вот. Обычно мы так сильно не читаем такие вещи. Но иногда такие вещи, они очень вдохновляют. Вот, скажем, как в Кришне, в книге Кришна, там есть описание танца раса, там пролог. Вот. То есть это немножко отличается от того, что вот мы там читаем на Бхагаватам, да? Но такие вещи, они иногда очень вдохновляют. И прочитать именно про личность Бога, как он выглядит, как он живет, чем он занимается. Получить представление вообще, что делают в духовном мире. Потому что сейчас мы пока, ну, нам сложно представить, что я буду делать в духовном мире, да? Вот. А вот благодаря вот таким вещам можно понять вообще, чем заниматься в духовном мире. Когда Гокулананда Кришна ушел на пастбище, царица Ишода, сильно желая приготовить завтрак для него, заняла для этого всех в доме. Хотя все люди в доме были заняты в выполнении своих обязанностей и взволнованы любовью к Кришне, тем не менее Ешода, омываемая нектаром привязанности к своему сыну, начала управлять всеми. Она сказала своим служанкам: «О, девушки, мой мальчик сейчас вернется из Гошалы вместе с Баларамой, худой и голодный, поэтому быстро начинайте готовить, принесите шпинат, редис, золотые цветы, мунгдал, фрукты, листья, имбирь, зеленые орехи, кислые специи, куркуму, перец, камфору, сахар, кумин, сливки, тамаринд, асафетиду, фрукты джати, листья кассия, солодку, тростниковый сахар, ингредиенты для пудингов, морскую соль, мякоть кокоса, цельную пшеницу, ги, йогурт, рис туласи, целый рис, молоко, присланное сюда утром Нандой Махараджем. Принесите все эти ингредиенты для приготовления на кухню». Служанки быстро выполняли эти приказания, и мама Ишода, переполненная любовью к Кришне, позвала мать Рахини и сказала ей: «Подруга Рахини, нежные тела наших мальчиков были очень повреждены их друзьями-пастушками во время их причудливых борцовских игр. Почему в моем доме не так много слуг-пастухов, и Кришна с Баларамой должны идти пасти в коров? Поэтому, вопреки моему запрету, Кришна и Баларама идут сами на луга пасти коров. Сакхи, наши сыновья прилагают сами такие усилия, бродят и танцуют в лесу. Затем вечером, когда они приходят, у них нет аппетита, и они с трудом что-нибудь едят. Так они становятся очень худыми и слабыми. Увы, утром их животы плоски.
«О прекрасная Рахини, быстро иди на кухню, наши сыновья придут очень голодными, приготовь достаточно пищи, чтобы удовлетворить их огромный аппетит. Аккуратно приготовь то же карри, которое вчера им понравилось, и что-нибудь еще, что они любят». Выслушав такую просьбу, мама Баларамы пошла на кухню со своими служанками, любовно взяв с собой все ингредиенты для приготовления, готовя различные сладости и желая увеличить маленький аппетит своего сына, царица Гакулы, захотела пригласить готовить Шираду. Кундалата, жена сына Упананды, Субхадры, случайно пришла и предложила свои поклоны царице Ишоде. Ишода сказала: «О, Кундалата, однажды Дурваса Муни благословил Ширадхику, сказав: „Радха, пусть то, что ты приготовишь, будет слаще нектара, и пусть каждый, кто съест это, будет благословлен долгой жизнью. Из-за этого благословения я каждый день зову сюда Ширадху готовить. Хотя у моего сына слабый аппетит, тем не менее его аппетит увеличивается, когда он ест изысканные блюда, приготовленные Радхарани. Поэтому, пожалуйста, обратись к ее свекрови с этими словами моей просьбы и быстро приведи сюда Шираду вместе со всеми ее подругами. Хотя царица Ишода ежедневно занимает Кундалату таким образом, тем не менее, это всегда было как в первый раз. Это естественно для обитателей Враджа. Опьяненные любовью к Кришне, они переживают то, что обыденно, как вечно свежее». Вдохновленная словами Ишоды, Кундалата сильно пожелала соединить пчелу Радхику со шмелем Мадхусуданой. Несмотря на то, что Джатила была недоброжелательной к своей невестке, хитроумная Кундалата пришла к ней и рассказала о послании царицы Враджа. Слушая это послание, Джатила начинала беспокоиться из-за привязанности Кришны к ее невестке, но затем она, вспоминая наставление Пурнамаси, говорит Кундалате: «О, дитя! Моя невестка, целомудренная девушка, услащенная нектаром лучших качеств. Но сын Нанды очень прихотливый мальчик. Люди вообще склонны искать недостатки. Но Пурнамаси приказала мне не отвергать указания царицы Враджа. Мое сердце взволновано сомнениями, что же мне делать?» Кундалата ответила: «О, матушка, ты говоришь правду, но ты не должна думать, что Кришна – это какое-то пустое место, как тебе сказали какие-то безбожные люди. Хотя солнце поддерживает лотосы, ослепляет сов, устраняет тьму мира и дает наслаждение птицам кока, тем не менее оно не может удовлетворить каждого. Таким же образом Кришна дает радость всему Враджу, за исключением некоторых людей, подобных тебе. Юные девушки всего мира опьянены сладостью Кришны, поэтому это нормально, что ты беспокоишься о безопасности своей невестки. Но не беспокойся, Кришна не будет способен увидеть даже ее тень, и я быстро приведу ее обратно к тебе». Джатила сказала: «О, дочь Кундалата, ты известна во всем Врадже за свою целомудренность, поэтому я доверяю мою невинную невестку в твои руки. Глаза мальчика Нанды очень подвижны, поэтому сделай так, чтобы он не увидел ее». Затем Джатила, позвав свою невестку, сказала ей: «Моя девочка, иди к царице Нанды, сделай то, что она тебе скажет, и затем быстро возвращайся домой. Сегодня ты должна поклоняться Богу Солнца». Когда Джатила так обращается к ней, Радха становится очень счастливой, но притворно изображая свое нежелание идти туда, она говорит Кундалате: «Я домохозяйка, занятая дома, и не обязана ходить из одного дома в другой». Джатила вновь убеждает Радхику идти в Нандишвару. Затем Кундалата, держа руку Радхики, сказала ей: «О, целомудренная девочка, почему ты так боишься идти туда? Я здесь, чтобы защитить тебя». Так Радхика уходит с ней, сияя от радости. Ее подруги, возглавляемые Лалитой, следуют за ней, взяв с собой для завтрака Кришны приготовленный дома ладу. По дороге Кундалата посмотрела на вуаль, что двигалась на груди Радхики, и в любовной радости пошутила об этом с ее подругами. Она сказала: «Радха, даже твой муж отсутствовал 3 или 4 дня, закупая плодовитых коров, осемененных быками. Он прибыл домой прошлой ночью и спал отдельно один в своей комнате. Тем не менее, ты можешь видеть, что твоя грудь покрыта следами от ногтей какого-то мужчины, а губы изранены. Мы очень счастливы от того, что ты показываешь явные признаки целомудренной веры в твоего мужа».
Лолита, видя спрятанную улыбку Радхики и ее широкие глаза, бросающие взгляды из уголков, сказала Кундалати: «Почему ты без нужды доставляешь беспокойство сердцу Радхики? Вчера в лесу какой-то гордый попугай сел на ее груди, думая, что это гранаты, и поцарапал их. Затем он поранил ее губы, думая, что это были плоды бимба, поэтому она такая израненная». Кундалата заметила, что тело Радхарани взволновало дрожь, когда она услышала слова Лолиты, вспомнила о ее играх с Кришной и, слегка улыбаясь и глядя на близлежащий пруд, она сказала, как если бы обращалась к лотосам: «О, глупая Падмини, почему ты дрожишь от радости?» Девара, деверь или дающий наслаждение Кундалаты, Мадхусудана, показав свою подвижность, уже насладился тобой. Будет ли он вновь пить твой мед? Затем хитроумная Вишака, опытная в изготовлении золотых сережек, из шутливых слов, доставляющих наслаждение ушам, сказала Кундалате: «О, подруга Кундалаты, точно так же, как этот нежный и хорошенький лотос, расцветший от привязанности к солнцу, испуган черной пчелой, так же эта лотосоподобная Радха испугана твоим деверем. Очень беспокоенная своим желанием увидеть Кришну, проявившимся из ее ярко выраженного умонастроения привязанности к нему, Радхика переполнилась сильным любовным счастьем. Слушая все эти лукавые и шутливые двусмысленности, она вместе со своими подругами, не спеша, достигла обители царя Враджа. Прибыв туда, она предложила свои поклоны Ишоде, матери Кундалаты, которая подняла ее и обняла. Более привязанная, чем миллионы матерей, Ешода счастливо вдохнула аромат головы Радхики и со слезами на глазах поцеловала ее. Она также обняла каждую из подруг Радхики и откровенно расспросила ее и ее благополучие. Переполненная привязанностью к своему сыну и желая быстро организовать для него завтрак, она сказала: «О, девушки, вы известны во Врадже вашей опытностью в приготовлении множества сладких блюд. Приготовьте прекрасные блюда, которые могут дать аппетит даже тем, кто есть мало, подобно моему мальчику. О, девушки, некоторые из вас должны готовить соленые блюда, другие должны готовить блюда с йогуртовым соусом. Кто-то должен готовить в ги, а кто-то в сахаре. Радха, матушка, ты опытна в приготовлении вкусных блюд, так что, пожалуйста, иди на кухню вместе с Рахини и приготовь лучшие сладости и овощи. О, моя дочь, приготовь нежные амрита кели и карпура кели, что в миллионы раз слаще нектара. Кто еще в трех мирах, кроме тебя, знает, как готовить такие блюда, которые делают Кришну страстно желающим покушать. О, девушка, приготовь паясы, праздничный пирог». Вот сейчас будет описание блюд, которые нравятся Кришне. «О, девушка, приготовь паяса, праздничный пирог, любимый Кришны, положив в него 5 видов нектара, а также напиток из кардамона и камфоры. О, мать Лолита, приготовь сгущенное молоко с сахаром и камфорой. О, Вишакха, быстро приготовь лимонад. Шашилекхи, приготовь кислое молоко. О, Тунгавидья, дочь, приготовь молочный напиток амликша, смешанный со всеми подходящими ингредиентами в разных вариантах. О, мать Читра, приготовь напиток матсьяндира. О, Васанти, приготовь белый сахарный торт. О, Мангали, приготовь джалеби. О, Кадамбари, сделай камфорный пирог. О, Судеви, приготовь сладкий рис. О, Рангадеви, приготовь пирог с тростниковым сахаром. О, Ласики, приготовь ладду из сахара, рисовой муки и винограда. О, Каумуди, приготовь пури разных видов. О, матушка Мандаласи, приготовь лунно-белый торт. О, Шашимуки, осторожно приготовь сладкий рис с паниром. О, Сумуки, ты приготовь вкусный сладкий пирог. О, Манимати, приготовь различные торты из рисовой муки. О, дочь Канчавали, приготовь ладу из цельной пшеницы в ги. О, Манорами, приготовь манохара ладу. О, Рангамали, сделай ладу мотикура. О, Мадхави, сделай сладости из сезама, хорошо его прожарив.
Затем порежь эти сладости на квадраты. О, Виндхи, сделай сладкий пирог в виде корзины, пожарив пшеницу и ячмень в ги, а затем в сиропе. После этого сделай пирог из расщепленного горошка. О, Рамхи, ты приготовь карамха, кукурузная мука, смешанная с йогуртом и бананами, приготовленная в сахаром, на золотом блюде. О, Маноджни, выжми спелое манго и смешай этот сок со сгущенным молоком и сахаром. О, Калимби, приготовь ги из сливок молока, надоенного этим утром от коров Сугандхи, из которого я сняла эти сливки. О, Амбики, медленно помешивай молоко, которое царь Нанда лично надоил от коровы Джавали, и которое он прислал сюда для Кришны и Баларамы. О, девушки, быстро идите в мой молочный склад, наполненный большими шумовками, глиняными горшками и деревянными мисками. О, Даништха, возьми все эти предметы из склада и положи в подходящие емкости для приготовления. О, Ранга Малики, иди вместе с Туласи на склад и возьми требуемые продукты. Затем, когда придут ваши служанки, помести продукты перед ними. О, Индумукхи, возьми сливы, манго, гранаты, карира, амалаки, лимоны лимпака, фрукты бадари и ручака, корни, такие как имбирь, хранящиеся в соли и масле много дней, и приготовь из них очень вкусные приправы. А также возьми тамаринд, манго, амалаки, бадари и ягоды, чтобы находились в сиропе долгое время, и положи их на золотые подносы. О, Санди, Субхи, Карани, Пибари, Мишта, о, девушки, быстро возьмите лучшее молоко, принесенное с пастбища в горшках, поставьте на печь и помешивайте его. Шри Гандхарвика, Радха, сняла свою вуаль, кольца, украшения и вручила все это Туласи. Она омыла свои руки и стопы водой, которую лила Даништха. Затем она поклонилась Рахине, которая любовно приласкала ее так, как если бы она была ее собственной невесткой, и вошла в кухню. Когда гопи, цветя от радости, пошли готовить, мать Ишода обеспокоенно сказала своим слугам: «О, Паяда! Принеси воду, которую вчера вечером принесли с Ямуны и сохранили в глиняных горшках, закрытых щитами, и которая была ароматизирована куркумой, агуру, камфорой и сандалом, и сохранилась холодной, мягким бризом и лунными лучами, находясь на подставках для горшков вокруг возвышения для омовения из лунного камня, сбрызнутого водой. О, Варида, ароматизируй горшки для питьевой воды Кришны и Баларамы, дымом агуру, жасмином, камфорой, гвоздиком и розой. О, мальчик-парикмахер Сугандха, принеси из моей комнаты для массажа Кришны ароматное масло Нараяна, которое питает тело и излечивает бесчисленные болезни, и которое было использовано врачом Кальянандой. О, парикмахеры Субандхаи и Карпурака, быстро возьмите прохладную мазь Удвартана и мазь для волос Калка, сделанных из свежих амалаки. О, Саранга, быстро погладь тонкие белые одежды для омовения и свежие шелковые золотые одежды, которые он носит после омовения и которые ароматизированы благоухающим порошком. О, Бакула, принеси красный тюрбан, золотую рубашку и многоцветную накидку, чадар, четыре вида традиционной вавраджи одежды, и погладь одежды Раучика, которые очень своеобразны и искусно расшиты рвущимися и нервущимися нитями разных цветов и предназначены для танца. О, Сугандха, Виласа, Гандхи, осторожно наполните коробки, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями, мазями, такими как Чатухсама, содержащими киноварь, алоэ, сандалу и камфору. О, Талика, смоли Гарачану, желтый пигмент, для нанесения тилаки Кришне. О, Сучитра, смолоти минералы с холма Говардхан для рисования узоров на лице Кришны. О, Пуш, Пахаса, Суманах, Манорандха, быстро сделайте гирлянду из цветов Нагакесара, Васанти, золотых юдхи и ароматизируйте ее черным алоэ и камфорой. О, Саяриндра, Малин, Макаранда, Пхиджин, возьмите их хранилище
все золотые украшения, инкрустированные драгоценными камнями, а также те, которые любовно сделали ювелиры Рангана и Танкана после многих дней тяжелой работы, следуя моему большому желанию, и вручили мне их вчера вечером. Сегодня воскресенье в созвездии Пауши, поэтому они принесут Амриту нектар бессмертия, украсив моих мальчиков. О, мальчик Шалика, сделай украшения из свежих павлиньев перьев. О, Малика, сделай различные прекрасные нити красных и белых ягод кунджа. О, Джамбула, быстро отрежь ножницами деформированные края золотых листьев бетеля и очисти их тонкой тканью. О, Сувиласи, быстро ароматизируй свежие орехи бетеля камфорой. Смолоти их в ореходавилке и, смочив их молоком, сделай из них слой пасты, подобным листьям тхатри. О, Расала и Висалакья, приготовьте пан с молотым кардамоном, катеху и гвоздикой, очищенной тканью. Слыша приказания матери Ишоды, слуги поспешили исполнить свои обязанности, а мать Ишода беспокойно бросала свои взгляды на дорогу, смотря, не пришли ли ее сыновья. Она спросила носильщиков, возвращавшихся с пастбища: «Кришна идет? Почему он так опаздывает?» Один носильщик сказал ей: «Кришна кормит своих телят мягкой свежей травой». Другой сказал: «Он, окруженный друзьями-пастушками, сделал так, что быки начали драться из-за коров». Затем мать Ишода, сильно желая привести своего сына домой, сказала сосредоточенному на своем служении слуге Кришны Рактаке: «О, мальчик Рактака, быстро иди и приведи сюда Матху Мангалу, Балараму и моего шаловливого сына». Затем она пошла на кухню и спросила мать Баларамы Рахини: «Пожалуйста, покажи мне, какие карри и другие блюда вы приготовили вместе с Радхой». Услышав слова Ишоды, Рахини прославила стиль Радхи в приготовлении различными способами и показала ей все карри, расставленные рядами на чистом столе в глиняных горшках. Затем она сказала: «О, прекрасная ликая подруга Ишода, опытная Радха сделала прекрасный, утонченный, изысканный сладкий рис, сохраненный здесь, в этом большом глиняном горшке, более сладкий и холодный, чем луна». Таким должен быть сладкий рис. Сладкий и холодный. «О, благочестивая женщина, я сделала эту сладкую, вкусную, нужную и очень питательную кашу, которая дает силу, и сохранила ее в этом глиняном горшке. Посмотри также, здесь есть самосы с бананами, кокосом и сливками, а также различные виды прекрасно приготовленных пудингов. Только посмотри, как Радхика приготовила эти амрита кели, праздничный пирог паяса и пирог карпура кели. Даже я не знаю, как приготовить их так прекрасно. Есть также два вида пирожков с горохом, сделанных только с сахаром или солью. Одни сухие, другие влажные. Есть еще два вида пирожков маса, сделанных с сахаром или солью. Четыре вида пирожков с тамариндом, сливой, манго и щавелем, разделенные на мудга, слегка подслащенные, сладкие. И все это вместе составляет 12 видов. Посмотри, здесь свежие бананы с их цветами, стебли мана с частями водных стеблей и картофелем, а также морковь и тыква, жареные в ги, приправленные пастой чанака и нарезанные кружочками. Посмотри на этот нут, жареный в ги, и на тот нут, смешанный с разными продуктами, сбрызнутый сывороткой и амлой. Разные виды пирогов были приготовлены с порошком чанака, сваренным в воде. Некоторые из них нежны, тогда как другие тверды. Многие блюда были приготовлены в различных комбинациях и сочетаниях с мускатным орехом, фруктами, корнями, лакрицей и черным перцем. О, благородная подруга, это райта, сделанная из йогурта, семян раджика, тыквы и джьотсника. Кришны, любимые цветы бака и бутоны золотых цветов, жарены в ги и заправлены йогуртом. Два вида пирогов с цветами также жарены в ги и заправлены йогуртом. Там дальше есть фрукты патола, также жареные в ги. Многие блюда мы даже и не видели, да? Мы приготовили на пару большие тыквенные пироги с картофелем, корнями сагара и стеблями. Некоторые из них с налита
чурна и сабика. Радха приготовила молоко с тыквой, сахаром, кардамоном и черным перцем. Вот, то есть можно отсюда брать рецепты, скажем. Радха приготовила молоко с тыквой, сахаром, кардамоном и черным перцем. Также мы приготовили в ги репу с дхари и фруктами бел, помешав их с йогуртом и сахаром. Еще мы приготовили нежные банановые и тыквенные пироги с сахаром и йогуртом. Они хорошо остыли и стали кисло-сладкими. Эти шаки, сналита, мекхи, матапушти, миса, патола, вастука, витунна и мариса хорошо приготовлены и своим вкусом разрушают гордость нектара. Это шаки с каламби, дающие аппетит, сок тимбити и черно-листные налита со сливой. Сегодня я приготовила дал трех видов из мумуштака, мутха и маша. Дал из маша – это авторитетно. Все они так же хороши, как нектар. Я сделала круглые, подобно полной луне, роти из пшеницы с молотой служанками. А здесь я храню рис, завязав в тонкую ткань, и я быстро сварю его, когда Кришна придет с пастбища. То есть рис должен быть горячим, здесь говорится. О, Ишода, знай, что мы уже закончили все овощи и рис, которые должны были приготовить. Что-то уже готово, что-то готовится, а что-то уже почти приготовлено нами. Когда мать Ишода увидела все ароматные, прекрасно окрашенные и вкусные блюда, она стала очень счастлива и спросила Рахини: «Как ты приготовила все это так прекрасно?» Рахини ответила с изумлением: «Все эти продукты на самом деле обычные, но просто потому, что они приготовлены изящными руками Радхики, они стали так удивительны». Видя, что Радха смутилась, опустила голову от прославления своего адреса и вспотела, Ишода расплавилась от привязанности, приказала служанкам омахивать ее. Враджешвари Ишода, придя в молочную кладовую и увидев все приготовленные блюда, переполнилась счастьем. Затем она быстро пошла к городским воротам, беспокоясь о Кришне, который должен был вернуться с пастбища. В этой поэме Говинда Лиламрита, являющейся результатом служения Шри Рупи Госвами, пчелы, уступшие читанию поддержки Шри Рагунатха Дас Госвами, общения со Шрилой Дживой Госвами и благословения Шри Рагунатхи и Баты Госвами, это была третья глава, наполненная описаниями ранних утренних игр. Вот таково описание ранних утренних игр Кришны. И благодаря таким описаниям можно понять, чем занимаются в духовном мире вот близкие спутники Господа. Вот. И у каждого из нас, на самом деле, есть определенная духовная форма, но это нам пока неизвестно. Да? Единственное, что мы знаем, что мы Кришнера Нити Даса, вечные слуги Кришны. Вот. И так или иначе, в какой-то определенный срок, когда мы очень духовно прогрессируем, нам станет понятно, кто мы являемся в духовном мире. И даже сейчас, находясь вот здесь, мы можем понять вообще, чем мы можем быть заниматься, да, в духовном мире. Вот. И там тело не устает, там нет болезней, и спать не хочется тоже. Вот. Вечность, знание и блаженство. Вот. Но исходя из этих описаний, мы можем понять, что Кришна, он очень любит качественные продукты, приготовленные, такие сложные. Да? Вот. И также мы должны готовить подобные блюда для Господа, предлагать их с любовью, использовать самые лучшие продукты. Вот, допустим, молочка, да, вот сейчас, меня эта тема как бы в последнее время так начала как бы интересовать, я просто начал изучать этот вопрос, там, смотреть, пробовать. Так вот, есть очень большая разница, если покупать, фермерское молоко, да, и продукты, и, в магазине, да. И на самом деле Шилпрупада, он хотел, чтобы преданные, они сами делали все продукты. То есть для нас стандарт должен быть такой, что мы не покупаем как бы никаких блюд, приготовленных непреданными. То есть даже Шилпрупада хотел, чтобы мы сами готовили йогурт, сами готовили ряженку, сметану, панир. И вот такие блюда, они являются чистыми, и Кришна как бы с радостью принимает. Конечно, вначале мы можем покупать то, что как бы
Можем, да. Но как бы высшая цель, ну вот в плане качества ингредиентов, мы должны ставить вот сами готовить панир, сами готовить ряженку. Это на самом деле все очень просто делается, и если научиться этому простому искусству, ну, вот. То есть Шилпрапада, вот он рассказывает про ведические времена и говорит, что вот женщины, они постоянно дома были заняты изготовлением йогурта, взбиванием масла, там, кипятили молоко, уваривали его, делали бурфи, да. И вот если мы будем готовить такой качественный просад, приготовить, ну, предлагать его Кришне, то это будет очень-очень классный просад, и благодаря такому просаду мы будем духовно прогрессировать, и чувства наши будут очищаться. Вот. И мы сможем контролировать чувства. То есть секрет контроля чувств – это вот нужно вкушать хороший просад. Духовный. Вкусный, духовный. И просто благодаря этому ум будет умиротворяться, чувства будут очищаться, и мы просто сможем контролировать свои чувства. И духовная практика, она начинается с языка. Да? Говорится, что ну, на самом деле можно просто вот вкушать просад и повторять святое имя. И очень прогрессировать. Но главное, чтобы это был просад, и готовить его для Кришны. Там Кришна говорит, предложи мне с любовью листок, вот, ну, я как бы приму. То есть там описание, ну, про простые, несложные блюда. Да, но для нас говорится, что более важно комментарии Шилпрапады, чем сами тексты. И в комментарии Прабхупада говорит о тех продуктах, которые как бы принимает Кришна. И он там перечисляет там, пшеница, рис, там, молоко и так далее. То есть этот стих он дан для того, чтобы показать, что ну, практиковать бхакти может даже самый бедняк. Да? Что можно предложить, даже если у тебя ничего нет, можно взять воду где-то из колонки, из колодца. Да? Можно предложить фрукты, можно предложить листья. Вот. И Господь примет это. То есть для того, чтобы предлагать Господу, там не обязательно готовить там пирожки из дала, вареные в молоке, там, то есть можно просто предложить ему бананы там. Вот. Главное с любовью. Ну да, главное с любовью. Но также вот наша любовь, она проявляется в том, что мы стремимся приобретать ингредиенты наивысшего качества. И даже если это в какой-то мере кажется дорого, допустим, вот масло валио там стоит 200 рублей, да, полкило, ну там 400 рублей килограмм, а скажем, фермерское масло на рынке там стоит 600 или 700 рублей, да. И с одной стороны кажется, ну как бы дорого, но на самом деле, как, ну Господь пошлет нам деньги. Ну то есть если вот мы будем именно вот для Господа предлагать хорошие блюда, чистые, потому что все эти сейчас продукты, все эти масла там, непонятно, что намешано. Ну, то есть, знаете, там пальмовые масла и так далее и тому подобное, всякие заменители молочного жира. Вот. Молоко сейчас делают вообще из порошка, который там где-то в Китае покупают. То есть это и не молоко вообще. То есть просто какой-то белый порошок, разведенный, с добавленный. А нам выдают это как молоко, и на упаковке пишут, что это молоко без добавления сухого молока, хотя в действительности это вообще не является молоком. И оно может стоять там целый месяц и не скиснуть. Ну, вот. Поэтому даже один преданный есть, преданный Господа Чайтанья, по-моему, и вот я как-то читал описание его, я не помню, как его зовут, так вот его преданное служение заключалось в том, что он был, по-моему, царем, и он искал ингредиенты высшего качества. Он предлагал там Господу кокосовые орехи, ну это в Индии было, и он искал эти кокосовые орехи там в каком-то штате, там самые лучшие выбирал там. И вот это его было преданное служение. Он был в экстазе от того, что вот он ищет где-то вот самые лучшие ингредиенты. Да? И на самом деле это здорово. Если вот мы с таким настроением ищем самые лучшие ингредиенты, да, для Господа, стараемся там, то мы будем как бы просто даже от этого счастливы. Ну. И Господь будет принимать такой просад Богу. Вот. И люди потом, которые будут вкушать, они будут просто удивляться, что это такое. Хари Кришна. Может, какие-то еще вопросы есть? Почему так мало нам дается Кришна Катхи? Очень много на всех лекциях, в храме, обсуждения преданного служения. Так мало рассказывают именно о деяниях Кришны, о лилах Кришны, о его окружении. Вот то, что мы сейчас читали.
хотя как раз вот у Шрилы Прабхупады на каждой странице написано, что просто рассказы о Кришне, они очищают и возвышают человека. Но на самом деле игры Кришны не все могут воспринять. Честно говоря, я вот бывает на лекциях, когда сижу, слушаю, и там, когда вот такая Кришна-катха, там рассказывают какие-то лилы Кришны, он пошел туда, сюда. Я вообще ничего не... Ну, как бы... Ну, это мой уровень. То есть я не особо как бы запоминаю и могу погрузиться в эти лилы, да? То есть вначале говорится нама, рупа, гуна и лила, да? То есть лила, она в конце. То есть вначале нам открывается святое имя, потом открывается форма Господа, потом открывается его качество, и только потом лилы Кришны. Шрила Прабхупада, он сам, с самого начала перевел 10-ю песню, книга Кришна, да? И все эти лилы, они, в принципе, доступны нам. Мы можем читать их, погружаться. И Шрила Прабхупада говорит, что этого достаточно для духовно продвинутых преданных. Вот это Кришна-бук книги. Не обязательно даже читать вот там Говинда Лиламриту там, или еще какие-то произведения Госвами. А, ну, лилы Кришны, то есть, во-первых, мы можем неправильно понять все вот эти взаимоотношения Радхарани и Кришны, любовные игры, и поскольку у нас очень сильное вожделение, мы сразу скатываемся на вожделение, да, и начинаем как бы представлять все это, и все, и можно так пасть просто. Вот. Но для нас очень важно осознать вообще, что мы не являемся этим телом, и как практиковать преданное служение. Вот. Но для личного интереса очень здорово самому читать Кришна-бук, 10-ю песню Шримад-Бхагаватам. Ну, вот Шрила Прабхупада вообще говорит, что Шримад-Бхагаватам лучше постепенно читать, потому что Шримад-Бхагаватам, 12 песен, они представляют как восхождение, да, и он говорит, что одну за другой, то есть первая песня – это стопы Господа, там вторая песня – его лодыжки, там третья – бедра, там и так далее, да, и 10-я песня – это лицо Кришны, да, но чтобы подойти к этому, нужно прочитать все 9 предыдущих, и только потом мы можем вообще понять что-то, осознать. Ну, конечно, изначально мы привлеклись именно, как вот Госвами Махарадж давал лекцию, он говорит, что мы изначально привлеклись именно Кришной, вот этим синим пастушком, вот этим богом необычным, да? Вот. Ну, по большей части даются описания преданного служения, как практиковать, ну, чтобы это было понятно и не все люди могут воспринять лилу Кришны. Но никто нам не запрещает. Есть много семинаров, где духовные наши учителя, возвышенные преданные, они рассказывают сокровенные вещи. Там. Ну, скажем, мы были на Картике во Вриндаване, там Индрадюна с вами, он очень много всяких лил Кришны рассказывал. Но вот честно сказать, вот мне иногда было, ну, многовато вообще. Я хотел просто послушать, как там надо мантру повторять, как надо вот там проповедовать. То есть мне хотелось каких-то практических вещей, потому что вот лично для меня пока лилы Кришны, они где-то очень далеко. Вот. Для меня, скажем, актуально сейчас, ну, я, конечно, здорово вот так почитать. Вот сегодня я почитал, вдохновился, в принципе, да, как там. Вот. Но нам важно вот понять вообще, как практиковать, понять Шрилу Прабхупаду. Вот вообще, на самом деле, здорово Прабхупада Лила читать, да? Есть Прабхупада Лиламрита, но пока не переведена, но все вот эти книги. И на самом деле, через Лилы чистого преданного можно увидеть Господа. Очень намного проще увидеть Господа через Лилы чистого преданного, чем через Лилы самого Господа. И иногда вот некоторые возвышенные преданные, они говорят, что когда вот преданные стоят там, ну, Говинда Мадипурушем, да, приветствие божеств поют, то если ты сам не как бы не чувствуешь божеств, не чувствуешь этой духовной энергии, то ты можешь посмотреть на кого-то и вот через него как бы увидеть, как человек стоит, молится там, да? И так часто очень где-то на фестивалях или в Индии, когда мы видим какого-то возвышенного преданного, как он стоит там, молится божествам, мы реально можем через него как бы ощутить вот эту духовную энергию, вот. А хотя сами можем стоять и ничего не видеть. Такой объемный пласт витиеватых вот,
ведических писаний. Только 4% на играх Господи. Почему именно так много информации, запутывающей нас? И сейчас я тоже вот смотрю, как бы информация, она все ширится, ширится, много духовных учителей, много идет информации, mm-hmm. люди тоже, они как бы запутываются, теряется Шилпада как бы на фоне этого всего. Ну, мы должны, да, много духовных учителей, много гуру, много лекций, семинаров всяких. Вот. Но в первую очередь Шрила Прабхупада является для нас главным нашим шикша-гуру, и он останется им как бы вовеки. Да? Вот. По большей части мы должны слушать лекции Прабхупады и своего духовного учителя, чтобы понять настроение. Если пока у нас нет духовного учителя, слушать лекции Прабхупады или того, кто нам нравится или вдохновляет. Потому что, да, много разных семинаров, и некоторые семинары, они могут реально смутить некоторых преданных, там какие-то вещи они могут. Поэтому бывают, как бы, какие-то, может быть, небольшие расхождения, вот. Но для этого нужно, мы должны принять авторитет, да, то есть некоторые гуру, да, даже ученики Прабхупады, они могут говорить немножко разные вещи. Если мы слушаем одного, я, допустим, у меня была такая ситуация, я слушал одного духовного учителя, и реально у меня там какие-то помутнения. Ну, не то, что помутнения, но, в общем, немножко отличалось от того, что вот другой говорит. Вот. И я понял, что мне лучше вот слушать как бы своего духовного учителя. И, ну, так я, во-первых, лучше его настроение пойму. Ну, и по крайней мере, ну. Для чего Вьясадева? Ну, Вьясадева... Может быть, я не смогу точно и авторитетно ответить, но он хотел изложить все знания, все разные пути, то есть. Вот. Но Нарада его отчитал за это и сказал, что ты поощрял в людях склонность к чувственным наслаждениям, а это является величайшим препятствием. Кришна, наверное, да, ну, конечно, Вьяса это был воплощением Господа. Хотя бы как-то его приоткрыть, этот план. Почему такой огромный объем? Ну, возможно, мы не знаем точно, да, плана Господа, но мы столкнулись с самым чистым знанием. И вот наша искренность и успех духовной жизни, он будет проявляться в том, насколько мы сможем взять вот это. То есть мы можем сказать, ну да, вот есть книги Прабхупады, там, но есть еще много других книг, есть там книги Госвами, там то все. Но для нас основные это должны быть книги Прабхупады. Прежде чем читать какие-то другие книги, надо... Вообще говорится, прежде чем начать читать Бхагаватам, нужно понять Бхагавадгиту. Вот, поэтому нужно хорошенько уяснить Бхагавадгиту, потом можно начинать читать Бхагаватам. Потому что Бхагаватам предназначен для тех, у кого нет зависти. А если у нас есть зависть, то мы ничего не поймем. Вот. Поэтому, ну, какой-то план у Господа был, я не могу сказать, ну, может быть... Не могу ответить на этот вопрос, но так или иначе мы соприкоснулись с этим сокровенным знанием и нужно его использовать. Ну, хотел добавить, ну, и карма-йоги там тоже можно как бы прогрессировать, это как тоже как предварительные ступени. Если там как бы до какого-то уровня доходишь, и дальше у тебя раскрывается уже более высшее знание. То есть это тоже, ну, можно прогрессировать, да, на основе этих знаний. Да. Я задавал такой вопрос, и мне ответили, что Вьясадева записал для веды, вот эти все, для людей в разных гунах и на разном уровне, типа того. То есть, что, ну, каждому свое, как бы, может быть, кто-то сразу не сможет привлечься Бхагаватам, но привлечется йогой, и в результате встанет уже, какое-то семя будет посажено. Да, это правильно. То есть знание в трех гунах есть для людей в невежестве, в страсти, в благости. Да, есть веды, есть ведические писания для людей в гуне невежества там, и так далее. Ну и еще такой момент тоже. Просто ситуация такая, что
действительно, только Бхагавад-гиту, когда читаешь, да, ну, немножко иногда как бы заклинивает, и нужно как-то вот что-то хочется тоже другое почитать. Вот. То есть, я так понимаю, просто некоторые люди, они по природе своей, так они могут ну, сконцентрироваться на чем-то одном и вглубь туда. Вот. А получается, ну, по типу разные люди могут, ну, то есть нужно какое-то разнообразие. И вот погружаться лучше в, естественно, ну, что-то связанное, то, что Шрила Прабхупада дал. Да. Ну вот мне очень нравится, вот если, допустим, там бывает там тяжело, или сидишь, не понимаешь там. А вот когда начинаешь про Прабхупаду читать, сразу начинаешь как бы понимать вообще. И вообще начинаешь видеть, как живут и как жили раньше преданные, да, как они предавались. И это дает тебе как бы понятие вообще, как нужно жить духовной жизнью, как нужно посвящать себя. То есть мы, допустим, думаем, ну как предаться Кришне. А вот читая такие книги, там, «Трансцендентный дневник», там, то, сё, да, там можно понять реально, как вот преданные предавались и что радовало Прабхупаду там. Есть какие-то, может быть, где он вообще семейной жизнью жил? И как бы... Ну, вообще в Прабхупада Лиламрите вообще очень все описано. Правда, она не переведена, есть где-то в электронном варианте. Вот. Ну, есть вот эта книга просто Прабхупада. Ну, вот у «Трансцендентный дневник» очень там классно все описано. И там 5 томов, по-моему. В чем сложность? В чем сложность, да. Шута Кирти Прабху. И еще есть Радха Дамодара Виласа. Радха Дамодара Виласа, да. Ваяски Прабху. Мой Прабхупада. Ну, ну, там письма его. Ну, в общем, на самом деле, книг очень много про Прабхупаду. Просто невидимо, ну, или на фоне уже, я говорю, вот этого разнообразия не заметить этой информации. Просто акцент, я и говорю, что он как бы размывается, потому что литературы очень много сейчас. Ну, литература для нас, это вот, для нас вот, как бы, всякие книги там по психологии, там какие-то по ведам, это можно не читать, в принципе. Просто читая Прабхупаду, и вот Бхагавад-гита, Шримад-Бхагав, там просто все книги Прабхупады, этого достаточно. Грантарас Шримад-Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитай Гоура Премананды. Теперь давайте перенесем наши почтительные поклоны всем вознавам, видам, судам Господа, которые, подобно древу желания, полны страданий, ко всем падшим обусловленным душам, способны исполнить желание каждого. Сейчас там будет завтрак. Раньше было все узко, все как бы проще и будет.